Всем привет! Попросили меня отремонтировать вот такую вот очень древнюю швейную машинку. Вроде ее так более-менее настроил. Ну и сразу, чтобы ее проверить, заодно сошью себе чехол для летних удочек. Такой вот у меня есть материал. Тонкая брезентуха. С него и буду шить. А удочки у меня вот такие вот. То есть это будет легкий простенький чехольчик. Сейчас займусь шитьем. Ну и чтобы не отнимать у вас много лишнего времени, буду показывать лишь промежуточные этапы. Сразу положил все удочки, под которые буду шить чехол. Здесь вот надо будет отступить, чтобы подвернуть. Сюда будет вставляться шнур. Ну и, соответственно, вот так вот накидываю. Здесь вот прострочится. То есть предварительно вымеряю расстояние. Ну и сразу же можно будет отрезать. Донышко будет сшиваться отдельно, будет оно круглым. Поэтому вымеряем приблизительно длину по самой большой нашей удочке, листовочке. Делаем небольшой запасик, приблизительно сантиметр. И также отрезаем. Так, одна часть уйдет на донышко, и осталась вот такая вот еще тряпочка. С нее можно сделать какой-нибудь кармашек на бок под разную мелочевку. Вырезал вот такое вот донышко, сделал заготовочку под кармашек. Теперь первым делом надо его пришить, потому что дальше это будет невозможно. Будет он пришит с наружной стороны, где-то ровно посередине. Чтобы мелочевка не выпадала, вот так вот чуть-чуть подрезал краешки, вот туда их вовнутрь, с одной и с другой стороны подогнул, прошиваем вторую сторону. Этот кармашек можно использовать как под приманки, положить туда какие-нибудь крючочки, грузильчики, ну а фиксировать его можно хоть пуговицей, хоть заклепкой. Чуть-чуть загнул вот так вот краешки наверху. Теперь мне надо будет вот так вот подогнуть и прострочить. Здесь будет вставляться вверху шнурок для затяжки. Как это все прошивать, я показывать не буду. Итак, вверх прострочил, вывернул чехольчик на левую сторону вовнутрь. И теперь мне надо прошивать не от самого верха, здесь будет у меня шнурок для затяжки, а вот отсюда вот и до самого низа. Не обращайте внимания, что у меня синие нитки, просто других нету, как бы вот с чем принесли машинку, починил ее и просто сижу тренируюсь. Чтобы чехол получился более крепким, прошиваю на два раза. Низ тоже прошил, немного тут вот ошибся в размерах, пришлось чуть-чуть сделать накладочку. Сейчас еще сделаю один шовчик и давайте посмотрим после этого конечный результат. Вот так, друзья, и людям доброе дело сделал, машинку починил и себе по-быстрому шил чехольчик для удочек. Теперь вот сюда вот вверх нужно вставить вот такой шнурок и поставить зажимчик. Также все по старинке. Берем булавку, зацепили шнурок, вставили в один край и дальше при помощи булавки вот так вот это все дело продеваем. Продели, выравниваем шнурочек, ставим зажимчик. Чехольчик готов. Также сюда с внутренней стороны еще потом планирую пришить ремешок, чтобы его можно было носить на плече. Это уже можно сделать вручную. Ну а так, вот, пожалуйста, чехольчик готов, с кармашком. Отправляем туда удилище, стоечки. Вместится сюда довольно много. Дальше подтянули. Вот такая вот красота у меня получилась. Даже маленький спиннинг сюда можно запихать. Места хватит для всего. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, что это видео для кого-то было полезным. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем пока и до новых интересных видео.